Пока на улице бушует стихия Дикого Севера, стены гранд-кафе Винограда сотрясаются от разгоревшейся внутри них стихии Дикого Запада. Здесь есть абсолютно все. Ковбои, девушки, шерифы, ограбления и даже индейцы. Но, ребята, я не видел кактуса. Скажи, пожалуйста, как родилась идея данной вечеринки? Мы очень много думали и пришли к тому, что стоит вернуться на Дикий Запад и почувствовать эпоху того знойного времени. Я смотрю, у тебя рубашка клетчатая, джинсики там, кожаные ботиночки. Скажи мне, пожалуйста, какой ты герой ковбойских рассказов? Невозмутимый шериф. Невозмутимый шериф? Тебе надо сюда звездочку, и будет идеально. Где-нибудь ночью ее обязательно найду. А мы продолжаем. И вот мы зашли в танцпол. Вы понимаете, какая здесь мощь? Смотрите, диджей жжет просто. Посмотрите здесь, какой ковбой. Спорим, я буду классно выглядеть. Правда симпатичный? И мы продолжаем. А, девушки — это самое главное сегодня, да? Ну как, отдых, девушки, все как полагается. Смотрите, сколько здесь ковбоев! Подходите, ровно! Идем дальше! Как тебе сегодняшняя вечеринка? Вообще все нравится, вообще все круто, много народу! Ведущие вообще вот такие классные, все танцуют, все офигевают, и мне все нравится, вот Диматик танцует, ему все хорошо. А какой образ вы представляете? Горячей ковбойской женщины. Прям такой горячий? Очень горячий. Давайте проверим. Как? Как вечеринка вообще? Вечеринка отличная, народу много, было весело, здорово. Хорошая вечеринка, отличная, рада, что столько народу пришло в костюмах. С пистолетами, я надеюсь, они все не настоящие. Вот, они радуются, им круто, им весело, и мне тоже это очень-очень-очень весело. А где ваш пистолет? Я потеряла. Скажи, пожалуйста, как тебе вечеринка? Все отлично, особенно нравится процентное соотношение. Соотношение чего? Между полами. А, то есть это вас зажигает, да? Да, девушек больше, это хорошо. Ну, а как вам данная вечеринка? Отличная вечеринка, достаточно весело, хорошая музыка, народу много, все отрываются, здорово. А почему ты не в костюме? А потому что я с Воронежа и костюм с собой забыл взять. Ну вот и подошла к концу Grand Canyon Party. Но мы остались под большим впечатлением от данного мероприятия. Увидимся на ЮТВ. С вами был Владислав Павлюченко. До скорых встреч!